внимание, наверное, не только у нас, во всем мире. Покровский собор. Собор по правам Богородицы Нашей. Это его настоящее церковное религиозное название. Построен он был в честь взятия Казани в 1552 году. Почему такое название Покровский собор? Потому что именно на дату Покрова была взорвана башня Казанского Кремля, через которую войска Ивана Грозного смогли войти в город. Сама идея постройки принадлежит Ивану Грозному митрополиту Макарию. Они построили в Москве Новый Иерусалим, сияющий град на холме. Наши архитекторы Барма и Босни, которые строили этот храм, они в Иерусалиме не были. Как он выглядел, не знали. Они строили свою некую креативную идею. И вот, сразу скажу про оцепление, это опять европейская легенда. Их не оцепили, потому что один из них был местный храм в Казанском. Один из вас уже точно оставался. Дело в том, что у нас именно во времена Ивана Грозного начинается активная пропагандистская кампания против России. Именно тогда начинают рассказывать, какие ужасные варвары русские. По той простой причине, что Грозный к англичанам уже именно во времена Ивана Грозного установили их отношения. Во времена Ивана Грозного делегация английская причалила в Архангельске три корабля. И потом они получили здесь посольство, вот как раз, не знаю, 300 метров от нас находится первое английское посольство. Они же хотели с нами, как и китайское, просто все наши реки поставить под свою под свой контроль. И мы там все неизвестно, кем были. Но Иван Грозный был здесь коммунов, чтобы это допустить. И он потом очень хорошо со встречами обошелся, они очень. И вот с этого времени начинаются лишь плохие, ужасные варвары и так далее. Архитекторы остались живы. Если вы подниметесь вот на второй уровень собора, вы там увидите заглавную надпись, которая была обнаружена только в советское время, во время реставрации. Там написано, что 12 июля в лето 7069-го, обратите внимание на дату, поскольку мы считали не от Рождества Христова в Московской Руси, мы считали от сотворения мира. Поэтому у нас все даты, особенно если на старых кладбищах посмотрите, в Лаврии 6 тысяч такой-то год, 7 тысяч такой-то год. И только когда Петр Первый приходит, он унифицирует нас уже с Европой, и у нас сразу стал 1700 год. Мы сразу прыгнули в 1700 год. Но там-то все написано, как было, все по-старому. Почему храм называется храм Василия Блаженного? Кто-то знает фонд? Это история сия Василия Блаженного. Как оно и произошло? А слава о мальчике, который вот рассказывает будущее, она пошла к нам в Кремль, поговорить, спросить, что будет. Там Иван Грозный в годы раз подсудилось. Одно из моих любимых приезд Василия Блаженного связано именно с Красной площадью. Так называемая чудо-шуба. Василий Блаженный был гений. И он дарит ему шубу свою. А на Красной площади всегда находились маленькие вещи, потому что торговая площадь. И так один маленький понимает, что он сейчас эту шубу разберет. Okay.
очень тепло, и вот сегодня зацвели липы. Сегодня впервые я чувствую этот потрясающий запах. Липа цветет. Тепло в Москве сегодня обещают до 27 градусов. И каждый день солнечно, нет ни дождя, ни облачности. Поразительно идеальная летняя погода в столице. Всем желаю здоровья, путешествий, впечатлений и огромного-огромного личного счастья. Поедем на Воробьёвы горы. Популярную экскурсию в Москве. Обзорная, автобусная экскурсия по городу. Здесь у нас места. Можете к нам прийти. Сейчас километров проедем по Москве. Потом красивым туристическим автобусом.
Спасибо.